Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Посейдоне. Посейдоне около 135-50 года до нашей эры. Философ, историк, географ и астроном. Родом из Сирии. С 97 года на Родосе возглавил стоическую философскую школу, обучал знатных римлян, в том числе Цицерона и Помпея. Его исторический труд в 57 книгах, от которых сохранились только фрагменты, являлся продолжением всемирной истории Полибия. Посейдоний считал, что человеческие страсти должны надежно контролироваться разумом, иначе они приносят зло. Римскую империю Посейдоний отождествлял со стоическим братством людей, так как она стремилась подчинить себе, то есть объединить все народы мира. Кроме того, Посейдоний считал законы империи отражением божественного космического порядка, которому должны подчиняться все люди, чтобы выполнить свое земное предназначение. Эта точка зрения была взята на вооружение Цицероном и подробно изложена им в «Сне Сципиона». Взгляды Посейдония оказали значительное влияние на развитие стоической философии. Ну, вот так вкратце о Посейдонии. Посейдоний – философ, историк, географ и астроном. Пока-пока, до свидания.